Сенегалия. История и культура. Древнее название города – Сенегалика. Согласно преданию, город был основан мифическим полководцем галов Брена в 4 веке до нашей эры. Первая римская колония на Адриатике 200-809 года до нашей эры. Сенегалия пережила моменты огромной славы и глубокого упадка. В средневековье из Марселя прибыла известная святыня Марии Магдалины, которая, возможно, и дала название знаменитой ярмарке Сенегали, более известной под именем Магдалина. Самого большого расцвета ярмарка достигла между 15 и 16 веками, период проведения с июля по август. Она стала экономическим двигателем города, в том числе и благодаря соседству с портом. Левантийские, итальянские купцы и негоцианты из Центральной Европы торговали здесь зерном, специями, деревом, ремесленническими изделиями в период проведения ярмарки. Кроме того, на ярмарке устраивались всевозможные игры и развлечения. В качестве доказательства своей славы Карло Гальдони в 1760 году создал музыкальную комедию под названием «Ярмарка Сенегалии». Город возрождается в середине 15 века, когда Сигизмунд Пандольфо Малатеста укрепляет и повторно заселяет территорию. После поражения от рук Федерико де Монтефельтро город отдается в наместничество священнику Антонио Пиколомини, папе Пию II. После различных перипетий правление передается от папы Систа IV своему племяннику Джованни делла Ровера, который должен был жениться на Джованни, дочери Федерико да Монтефельтро. Он отдал городу крепость и герцогский дворец. В 1700 году были построены портики Эркалани, Форум Аннонарио и театр Ла Феничи. В первые десятилетия 20 века в Сенегале зарождается приморский туризм. Ротонда Амара, великолепный памятник, увенчивающий красоту города, открыт в 1933 году.